26 апреля в Каспийске филиал единого оператора совместно с работниками Каспийских горводоканал и МБУ «Зеленый город» провели рейд по выявлению и отключению безучетного и бездоговорного пользования услуги холодного водоснабжения. Отметим, что на этот раз от системы водоснабжения был отключен городской объект по улице Заводская. В данном случае мы сейчас производим отключение бездоговорного объекта. Хозяин этого объекта неоднократно уведомляли, чтобы он становился на учет, заключал договор. Но со стороны хозяина не было никаких предпринятых действий. По словам специалистов, такие мероприятия проводятся ежедневно, а непосредственно сами отключения по средам. Кроме того, на нарушителей также составляют акты для выплаты административного штрафа. Но несмотря на это, специалист по экономической и корпоративной безопасности единого оператора Республики Дагестан Руслан Рабаданов отмечает, что количество нарушителей ежедневно растет. Убедительная просьба к жителям города Каспийска, чтобы становились своевременно на учет во избежание отключения от систем водоснабжения.